Один подросток сбил другого, за это пришлось заплатить. Летом 2022 года в селе Ильинское Немского района молодой человек, 14 лет, неправильно выбрал скорость, управляя мопедом «Искра», и сбил 15-летнего парня. От удара пешеход получил несколько переломов. Родители виновника аварии по решению суда выплатили компенсацию 100 тысяч рублей. Защищая права и интересы пострадавшего ребенка, прокуратура обратилась с иском в суд с требованием о взыскании с ответчика денежной компенсации причиненного ребенку морального вреда. Исковые требования надзорного ведомства судом признаны законными и обоснованными, соответственно, с ответчика взыскана денежная компенсация.